Дамы и господа, привет, это Обскури. Мы дошли до самого опасного места в игре. Это место с проваливающимся полом. Здесь, если ты хоть чуть-чуть оступишься или пойдешь бегом, то это все. Вы просто насмерть улетите вниз, и на этом закончится наше приключение. Ботаника написано. Это ботанические классы, здесь ботаники какие-то живут. Давай заходим, все, дошли как-то. Самое главное, потом на обратном пути не забыть вообще то, что здесь все ломается, у нас рушится. Там, кстати, сейчас паренек будет, в него не стреляй, его можно битой забить. Он такой, он изичевый, он чмошный. Я его стальным прутом захуярю, ну-ка дай-ка я ему. Пропишу как следует, все готово. Нормально все. А зачем они здесь вот сидят, вот эти ребята? Мне кто-то объяснит? Отдыхают. Они же противники, они никакие, они ничего не делают. Декорация просто напугать, ну как бы я тоже не знаю, меня здесь ничего особо не напугало. Так, что это такое? Диск, а, это диск, у нас их 5 штук, кстати. Я помню, мы когда с тобой в первый раз здесь проходили, у нас был меньше дисков. Мы как-то чаще сейвились, а сейчас мы прям уже, ну, это профессионализм, не иначе. Так, диски потерты, что здесь еще? А, нам сюда нужно будет кое-что принести вот в это место. Дымоход камин. Окон закрыт, ты видел? Вот эти. Дымоход. А, так их ветром, блядь, дует. Их ветром дует. Вот это да. Слушай, ну мне кажется, это все-таки заброшенное какое-то это общежитие. Потому что здесь пол сломан, здесь все сломано. Хотя у нас в школе. Вон, кровати есть. У нас в школе тоже был сломанный пол. У нас там, как бы, эти, господи, паркет такой был, но из него выдрали. Так, стой, Стэн, подожди, не двигай. Но из этого паркета выдвинули доски. Кусками, как мозаику, разобрали, я помню. Потом все это дело чинили. И у нас вместо... У нас вместо цельных каких-то картинок, вместо цельного рисунка, было кусками заменено все. Я еще какого-то расхуярил. Надеюсь, это был не афроамериканец, иначе у меня будут проблемы. Меня заставят целовать ноги, мыть ноги афроамериканцам, как сейчас делают полиция в Америке. Я бы этого не хотел. Так, давай я сейчас взломаю. А, так, ерунда, патрон для пистолета. Угу. Так, надо убрать тогда эту штуку вот такую. У нас 7 аптечек больших есть. 7. Можно вообще облечиться, как сатана. О, музыка. Здесь музыка, как из Медивала. Из той игры, где за скелеты бегаешь. Из старенькой. Я там проходил какую-то часть, я помню. Офис технологии Конгресса. Уважаемые господа, после конференции в Сиэтле, может быть, в Сиэтле, где ваши публикации... Я нажал, по-моему. Сейчас, погодь. Ваши публикации, особенно ваша работа «Вечная жизнь», возможно, были предметом суждения, поскольку ваша исследование спорно. Какая гарантия против евгенического искушения в ваших гипотезах? Вы признаны опасным, оборудование вашей работы будут конфискованы и перепроданы. Государственные агенты прибудут 8 октября, чтобы запечатать помещение, запечатать. А средняя школа Лимфор, комиссия решит о необходимости ее закрытия. ОА, а сердечно ваше. Кто такие ОА? Ящик, он тяжелый. А, я ящик, вот этот сейф, короче, его нужно скинуть в дымоход, чтобы он разбился и из него взять какие-то предметы. А он... Я приклею. А у нас здесь больше нет ничего в этой комнате? А то сейчас съебемся, как какие-то ебаньку. Ой, подожди, я случайно зашел. Давай. А я же... А, ну, мне сейчас хотел сказать, мне нужно идти тихонько. Мы же сейчас по полу пойдем, а нам в ту комнату и не надо. У нас же здесь все рядом. Давай тогда иди, открой комнату, а еще так долго буду идти. И все равно я почти дошел. Так, сейчас я скидываю, короче, этот ящик. Вообще, мне кажется, разбить сейф, это вообще-то невозможно. Для этого он и создан, сейф. Сейф упал. От какого-то там ебаного падения, мне кажется, ему ничего не должно быть. Это какой-то бред. Хотя я не знаю, слушай. Мне кажется, уже что-нибудь подобное проверяли в какой-нибудь передаче по типу Галилео. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, у меня нет оружия. Подожди. Нужно взять пистолет. Все, свети. Как его убивать? Влад, убивай его скорее. Если он подойдет, он заваншотает кого-нибудь. Так, все убили, нормально. У него, короче, есть ваншот, он вот так вот вас хватает рукой, протыкает, и все. И вы уже ничего сделать не сможете. Слушай, а может быть засейвимся мы здесь? Я раненый сейчас. Может быть мы засейвимся на этом месте? У нас же там пол, как бы не хотелось бы, у нас все равно аптечки есть, давай вот на это. На самый первый слот, все. Готово? Сохранение успешно. Мы все сохранили. Готово, мы сохранились, так это я уберу, все, пошли. Нам сейчас нужно на первый этаж, в то место, где у нас еще один. Подожди, здесь там тихонько. Двери, будто дверь шкафа, да. Блин. Так, не забывай. Нам нужно здесь тихо идти. Так, ботаника, хуяника. Вот эти двери, они, кстати, закрыты, в них смысла нету подходить. Это опасно. Там ничего нету. Это обман. Вы их увидите, вы рванете к нему, все. Так, сюда, что ли? Это спуск у нас, да? Вон там человечек нарисован, спускаюсь. Я же как китайцы разговариваю. Кто-то пердит, слышишь? Шумит, дышит. Это демоны, это сатана. Так, готовь, расчехляй свой фонарик.
Кто-то здесь есть? Так, а здесь никого нету. Или есть, или есть, 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 есть. Кто-то, кто там, кто там? Большой ублюдок, большой ублюдок. Он, по-моему, не один даже. Так, я стреляю. Ай-яй. Он не один, что ли? Одного ёбнули, подожди, 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 подожди. А, все. Тебе лучше подлечиться. А звуков я, кстати, больше слышал. Никогда не было лучше, чем сейчас. Здесь прям пыхтели и пердели, как будто бы их здесь целая орда, но это ладно. Так, вот сюда вот нам нужно. Вот кабинет. Появился кто-то? Ой-ой-ой, блядь, там жируха появилась. Стой, давай. Патроны. Ой, подожди, там личинки. Сука, она личинок напускала, но мы ее сейчас наебем. Мы выйдем и перезайдем. Личинок не будет. Вообще на нее можно, в принципе, флешку. Но флешку лучше оставить для другого. Хотя, может быть, ее флешкой, да, хотя нет, нахуй. Давай ее так, заебашим. У нас есть патроны в шотгане, давай ее шотган пиздерить. Сейчас изи будет. Изи ван шот, ван хил. Так, заходим, личинки я исчезли. Не знаю, я боюсь. Да, личинки исчезли, нормально. Не бойся, сейчас все будет липиться. Личинок свети, личинки боятся света. Видишь, они сгорают. Блять, зря я случайно выстрелил, она защищается. Ну еще, ты долго будешь его удержать? Так, отходи, отходи, Влад, не подходи, когда он так делает. Все, сейчас можно стрелять. А, нет, нельзя, она личинок, блядь, да идите вон нахуй личинки, а. Все, сгорели, одна не сгорела. Не хватило мне фонаря, он закончился. Так, жарю, 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 жарю фонарем. Все, сейчас ебнем чем-то. А, рукой, после руки мы тогда можно стрелять, после руки. Сейчас бы уже все, нельзя. Так, ждем, 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 ждем. Ну и что ты? Жируха, давай, бей, 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 я отхожу. Все, сейчас, да, она устала, опять устала. А, нет, личинки, нихуя она не устала. Она у нас уже натренированная жируха, она уже не устает просто так. Так, ну, подруга, давай, слышь. Какое у нее ебало мерзкое. Чуть такой, это станлок какой-то она свела. Отдохни, сучара, блядь, отдохни. Так, надо перезаряжать скорее. Жари личинок, у тебя нет фонаря. Сейчас нас личинки съедят, блядь, личинки. Жари скорее, все. Хорошо сработано. Не знаю, кто это сделал, но у нас нормально все получилось. Ну? Чего ты закрываешься-то, блядь? Сейчас опять ебнет, да? Все, она тебя застанила. Так, отходим. Отходи, Влад, отходи, я их жарю. Все, я их зажарил. У нас со здоровьем все хорошо, кстати. Сейчас она ебнет опять. Да, ебнула. Так, все, можно стрелять. Все, 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 убили, убили, убили. Нормально. А, хорошо, ящик разбился, сейчас сказал. Так, берем ящик тогда. Так, пистолет. Уху, блядь. Так, пистолет, это что за пистолет? Стойте. Какая перезарядка? Вот так вот, все. Так, ящик, вот он. Так, а что в нем, что в нем, что в нем? В нем карта подвала. А ключ, подождите. А, вот ключ от тайной комнаты библиотеки, да. Вот, доставка пошла. 1969 года. Меня зовут Алан Гарднер, и это мой дневник. Кто такой Алан? 26. Я насчитал уже 26 случаев исчезновения людей, связанных со школой. Странно, что полиция ни разу не встрепенулась по этому поводу. Наша школа была основана в 1902-м братьями-близнецами Гербертом и Леонардом Фридманами. Герберт все еще наш директор. Это значит, ему по меньшей мере 100 лет. Я только что нашел их свидетельство о рождении. Судя по дате, они... Как они оставались такими молодыми так долго? И я нашел эту фотографию какой-то же... Почему они все такие страшные? Или с Леонардом? Люди раньше были ужаснее, мне кажется. Я могу ошибаться, конечно. Но вот я, когда смотрю какие-то старые фотографии, там все с такими лицами. Может быть, жизнь была тяжелой? Но это было жутко. Жуткие лица, жуткая жизнь. О братьях Фридманах и их экспериментах. Там говорится, что они вышли за пределы человеческой нравственности. В 1890 году они отправились в экспедицию в Африку на поиски лекарственных растений. Они были там 6 месяцев и вернулись с большим количеством ранее неизвестных видов. В основу их исследований лег один... Это лысый из этого, из подвала, которого поймали. Я нашел жуткие фотографии. Хотя они здесь все одинаковые, блядь. Мне необходимо найти его лабораторию под школой, в подвалах. Короче, школа подвала, нам нужно опять туда идти. Это самый подвал из начала игры. Да. Статуэтки в ноте. Разных существ, свидетельство неудачных попыток. Длительное пребывание на солнце вызывает мутации. В одной комнате есть большая дверь. Не знаю, что за ней, но... Вон, нам сейчас код дадут, по-моему. Там есть механизм с четырьмя статуэтками. Ну-ка. Три из них я видел в библиотеке и одну в парке. Завтра я попробую выяснить. А где код? А где код? В смысле? Сейф открылся, когда упал. А я же помню, нам код, код должен дать код, нет? Потом, значит, что дадут, что ли? Стой, у нас сколько статуэток сейчас? Где посмотреть? Одна только еще? Ну окей. Получилось. Нам их нужно 4 штуки, короче. За библиотекой. Так, за библиотекой идем. Чего там нужно было? Подожди, сейчас еще раз нажми эту штуку. У нас как будто грипп на столе стоит.
Хотя это лампа. Это грибы проросли. Ну-ка, жмякни диалоги, советы. Получилось. Вот ключ к кабинету Фридмана за библиотекой. А, за библиотекой, это та дверь, по-моему. А где у нас закрытая-то была? Ну, пошли туда, сходим сейчас. А где у нас библиотека? Вот здесь вот. Я уже забыл как-то, где у нас еще находится. Ну ладно, сейчас будем вспоминать, освежать свою память. Вот в этом месте, кстати, никогда не появляются враги, я заметил. Это хаплокация, как я вначале уже сказал. Здесь вообще никогда нет, здесь всегда безопасно. Только наши персы вон стоят. Так, вот здесь, по-моему, библиотека, лайбрари. Да, вот, либрару, пошли в нее. Сходим. Здесь вот эта вот дверь, в которую заходишь, прям сразу направо-то, по прямой, если идти. Вот это вот. Ну-ка. Да-да-да, вот эта дверь, так. А, нет, не подходит, почему? Бесполезно. А, подожди, тайная комната-то, ёпта, у этого же, у Фридмана там еще одна была. Точно, я что заебланил-то? Помещение-то его, помнишь, он куда на заставке у нас ушел? В комнату. Он что-то заговнился, говорит, вы что, охуели? Типа, идите нахуй, и ушел, короче, туда. Как дед старый. Ну, хотя он и есть дед, ему 100 лет уже. Вот здесь вот. Вот эта комната. Да, ну, все, заходим в нее. Что у нас сказал Фридман? Ну, это тупо его офис. Ага. Ой, статуя. Я. Да, я вижу, стоит тут одна. Нам нужно еще две. У этой вообще ничего нету. Ни рук, ни головы. А что здесь еще? Вот ключ какой-то, что это за ключ? Ключ, я не знаю, что он открывает. Катушка с фильмом, там написано архив 24. И все? Маски африканские. Это как в Resident Evil в 5-м. Там же тоже действие в Африке. Может быть, это какие-то связи здесь есть с Resident Evil? Какая-то перелинковка? Может быть, сюда нужно отправить Криса, чтобы он зачистил всех и все, как в трейлере Resident Evil 8. Во, очень мощный фонарик. Он сравнительно долго работает в режиме усиления света. А я, кстати, не помню, чтобы я с таким бегал. Надо будет его оставить на... А на что его оставить? На что-нибудь другое, короче, его лучше оставить. Так, ну мы здесь все взяли. Ключ мы взяли, да? Пошли отсюда тогда. Угу, всем. Сейчас, значит, к той двери опять, к которой я подходил. А я что без оружия-то бегаю? Да хоть пистолет возьму, пестик. Нам сейчас наверх нужно залезть. Вон туда, вон где у нас наверху эти. Лестница сломана. Сейчас мы откроем эту дверь, по-моему. И туда как-то попадем. Угу. О, а, заставка. Ты еще здесь? Фредман из меня подопытную крысу сделал. Мне надо найти сыворотку. Есть противоядие? Ты точно знаешь? Точно, точно. Но нам надо найти лабораторию за большой дверью. Но как ты собираешься искать лабораторию? У меня есть карта подвала. Карта? Это же... Ты собираешься? Его стошнило на нашу карту. А, у него кровь какой-то, кровоизлияние из шеи. Ох уж это кровоизлияние из шеи. Он схватывается с моей картой. Дерьмо. Он украл мою карту. А что я сзади стою, я не понял. Я не знаю. Замков больше нет. Во, да, можно сюда зайти. А ты, я заметил, ты всегда на заставках сзади почему-то. Там кто-то есть, или мы что так посмотрели туда? Подожди, что за... А, сюда можно тоже зайти. А здесь что? Что за комната? А, ну так вот нам сюда и нужно. Здесь что-то есть, нет? Там статуэтка стоит, короче, у нас. Еще одна. Одна из четырех. Да, вот это вот. Осталось найти одну фигурку. Всего осталось одна. Ну, а я помню, где одна у нас еще есть, но она уже дальше там будет. Там все, больше ничего. Надо, но короче... В школе старый проектор, точно был. Старый проектор. А на старом проекторе, по-моему, код написан. От этой. А, от двери на улице. Или мы уже ее открывали, чуть не помню. Что это такое? Аптечку еще одну нашу. А это куда ведет? Тоже куда-то ведет. А почему? Здесь разве не должен быть тупик? Что это такое? Ой, подожди, подожди, подожди. Там кто-то ползет. Надо шотган взять тогда. Сейчас я вооружусь. А, или может быть из пистолета разъебать, как ты думаешь? Что баба с пистолетом? Может из пистолета ебнуть ее? Давай захуярим, короче, ладно. Так уж и быть. Мы же натренированные бойцы. Так, я стреляю. Так, я стреляю, я стреляю, я стреляю. Еще одна пришла. Все? Да, все, можем приближаться. Так, они здесь одни были? Я думаю, да. Буду надеяться. Давай-то отсюда прям начнем, короче. Вот с этой комнаты пойдем. Блять, опять эти комнаты исследовать. Ну зачем вот это вот? Че это такое? Здесь много кого-то. Да-да-да-да-да, там большой этот. Сукин сын. Так, тихо-тихо-тихо, не подходи ко мне, я тебя умоляю, блять! Влад, что ты делаешь? Стреляй по нему, пожалуйста, я тебя умоляю, стреляй, блять! О, все, нас убили. Влад, конечно же, где-то там бегал, как всегда. Все, стреляй, стреляй, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Так, все, все.
изи, блять, если все действуют. Так, вон там что-то лежит. Патрон для дробовика. Вот тебе и патроны вернули твои. Так, что здесь ящик вон есть? Но его, сука, его даже взломать нельзя. А, вон, револьвер, блять, мощный шестизарядный. Это все, короче. Так, это я так думаю. Я даже не знаю, тебе отдавать или нет, ты все равно не стреляешь. Ты заходишь в комнату и смотришь, как, пока я всех убиваю. Надо совместить, а вот с этим тогда может быть. Очень мощный фонарик. Или оставить для дробовика для нового. Ой, даже не знаю, блять. Сука, ну у него 6 зарядов, он мощный вообще, точно. Давайте совместим тогда. Взять к чему? Вот к нему. Так, ну куда-ка я сам сейчас. Я из него вообще никогда не стрелял. Даже сейчас кого-нибудь убью из него, посмотрю, что он делает вообще. Так, старый офис. Угу. Здесь больше ничего нету. Ну, это комната с этим, с магнумом. Если его так можно назвать. Кто-то там есть? Нет. А, мы тебе еще дверь не проверили, мы чего убежали? Вон там, за тележкой. Да, они тоже открыты. Так, что в этой комнате? Еще там. Блять, еще одни выблядки, да идите вы нахуй. Кто там, блядь, ползет? Этого ёбнули или не ёбнули? А, я в другого целился. Все, отбил я его. Так, перезарядка. Он жив или что? Я не вижу за трупом. Все? Нет, не все. Да какой-то не сильный магнум, я тебе скажу. Что-то я не заметил никакой разницы. Что-то вообще мощности никакой у него нету. Да, ну и хуй, там можно было бы, в принципе, окна разбить. Но мы бы, наверное, не успели добежать до сюда. Так, что это такое? Клейкая лента. Мы бы пока бежали, нас бы удушили здесь, в этом месте. Вон там еще одно окно стоит. Есть, то есть. Так, надо тут это взломать. Так, взломаем. Че здесь? Че-то взял, блядь, даже не понял. Скипнул само по себе. Ладно, значит, что-то неважное. Так, здесь все? Угу. Только эти ублюдки на потолке он висят у нас. Все, короче, да. Нам нужно проверить сейчас этот этаж и идти в это, фильм смотреть. Так, что за... Блядь, она... Ну, хватит с этими дверями, ну, умоляю, блядь. Ну, сколько еще это будет продолжаться? Еще на дне? Ну, конечно, да. Их здесь аж три! Этих ублюдка. Так, вот это нас скорее убивать. Все. Угу. Да, окон здесь хуй добежишь, они хватают. Зато сколько там амуниции у нас лежит. Это класс гэнгста-негров. Гэнгста-негеры. Так, алюминиевая бейсбольная бита, это у тебя. Так, раз патрон для пистолета. Лента или что это? Потом еще для пистолета. Охуеть вообще. Все. Угу. Там вон плесень у них какая-то в углу. Я слышал, такое бывает. А черная плесень, что ли, она называется? В домах иногда растет. Ну все. То есть это, в принципе, кабинета с лутом, но и в то же время мы тратим очень... А что он куда смотрит? А, диск здесь был, да ладно. Нихуя себе. Я, если бы не обратил внимания на то, что он куда-то смотрит, я бы не... Что со стулом? Я бы даже не заметил, что он... Кто здесь? Кто-то есть? Так, что это такое? Это энергетик. Еще один. Надо окна разъебать. Давай сюда тогда. Вот эти вот. Так, один. А, так а там света нету, а хули их смысла разбивать? У нас же сейчас ночь. Это глупенько как-то. Немножко. Хотя, может быть, их убивают светом и ночным. Ночью же тоже от луны какое-то освещение идет. Если их убивать, то это хорошо. Если нет, то нехорошо. Скелет. Здесь больше ничего нет в этой комнате? Скелет, то чувак, наверное, не. Может быть, микроскоп, маленькие пробирки, что-то там еще. А что? Стой, а что мы сюда пришли-то? Такого уже не должно быть. Это комната наеба, что ли, какая-то? Да, видимо, смотри, ничего нету. А, ну, а здесь были энергетики только. Да, это кабинет химии с энергетикой. Они сами, что ли, смешали? В кабинете химия. Эту газировку 7-Up. Точно был. Старый проектор, это мы сейчас... А, так вот, мы сейчас к нему и выйдем. Да, здесь нужно срезать цепь. Сейчас срежем тогда, использовать все. Заходим. Это на улицу. Угу, это на улицу выход. Нам, короче, сейчас нужно идти... А вот еще диск лежит. Сколько мы всего проебали здесь. Нам сейчас, короче, нужно идти вниз, в этот, в амфитеатр. Какие текстуры, смотри, 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 какие текстуры вдалеке он там. На сером фоне, на фоне это... Небо. Ага. Вообще охуительно, как будто мы в Майнкрафте, блядь. Майнкрафт самый настоящий. Майнкрафт, на самом деле, сплагиатил идеи у Обскура. Обскур не на меня
Нет, здесь вообще нет настроек никаких. Здесь изначально минималки. Ты не можешь никак выбрать. Тебе сразу минимум дают и все. А, подожди, слушай, а мы здесь с тобой машину взламывали? Мы, по-моему, съебались в самом начале. Вот, сейчас надо ее... Здесь, короче, машину взломать меня можно. Меня ломало. Вот эту машину взломать можно. С помощью этой штучки вот. Опа, велик! Скорее, бери его, сейчас уедем, Влад. Иди вызывай помощь. А я останусь взламывать эту машину. Так, стой, вот это беру я. Да-да-да, мы не взламывали. Ну. Аптечка! Здесь была аптечка. Я смотрю, как-то аптечек мало. Нет смысла пытаться подняться в грузовик. Я не могу открыть замки на двери. А у нас права есть, мы вообще умеем кататься на машине. Так, вот сюда вот нам нужно. В пак. В пак. А там же руха не появилась у нас нигде. Ты не помнишь? По-моему, не должно здесь быть никого. Здесь только проектор и все. Даже боссов никаких нету. А еще с каким? Подожди, зачем я этот пистолет делал? У меня же магнум есть. Очень хуёвый, кстати. Нет, все-таки магнум здесь какой-то такой. Не особо сильный. Там тележка. Не особо сильный магнум в этой игре. Вот в резидентах магнум так магнум. Там ёбнешь и все. Даже боссов можно убивать. А здесь он какой-то такой вообще. С шестью зарядами и нихуя не делает, как обычно. Так он стреляет-то патронами-то обычные пистолеты. Это херь. Это самая настоящая херь. Ну, конечно. Это где показывали старые фильмы. Сейчас посмотрим, что за фильмецы у нас там. Где он вообще, этот фильм-то? 24, да, был, по-моему? Фильм 24? Давай 24 используем тогда. Посмотрим. Мы не смотрели этот? Нет, еще, по-моему. Так, доктора переносит каких-то насекомых. Это не Фридман? Похож на Фридмана. Мужчинка. Это реально Лас Плагас. Такой же в Леона засаживали. Код 0582. Угу. Мы теперь можем уйти в те двери большие и железные, и металлические. Какое там было число? Какое там было число? 0582. Все. Короче, мы теперь уже, так я помнил, окончательно уходим из этого вот, из этой школы. То есть у нас новая локация начинается. Там, по-моему, сейчас лес какой-то будет. А ты что стоишь-то там? У тебя нормально все с управлением? Ой. Так, подожди, сейчас куда нам нужно идти-то вообще? Не могу вспомнить даже. Где у нас были эти двери? Я помню, какой-то замок взламывали там. По-моему. Так, ну это нам сюда по-любому нужен, да. В таких играх не хватает какого-нибудь указателя, чтобы он показывал, куда нужно идти. Но это было бы слишком казуально. Я помню код 0582. Угу. А это дверь из северо-западной части школы. Это северо-запад. Нам нужно до ворот. Так а где они? Это спортзал. А, нет, нам нужно налево к изолятору. Здесь у нас спортзал, там, где у нас Кенни начал. Это нам сюда не нужно. Вон туда, вон там эти двери, я вижу их уже отсюда. Железные. Угу. Ну туда так туда, хули нам еще делать? Здесь мотоцикл бы какой-нибудь, блядь, чтобы быстро перемещаться. Прям по помещениям. Или велосипед, вот тот, который там стоит. Или летающую метлу, я не знаю. Почему? А зачем тебе летающий метл? Мы в Гарри Поттере, что ли, находимся? Так, никто не появляется? Нет. Да я помню, здесь не должно быть. А, вон, кстати, спуск вниз. Да-да-да, это мы там пришли с канализации. Нам туда не нужно. Так, 0582. Давай вводим. Так, 0582, так, 0582. Так, я ввел-то? Да, все подошло. Заебца, заходим. Слушай, а может давай застримимся, может быть, здесь, на этом месте? У нас сохранных очень много, давай. Так, все? Да, сохранились. Так, это мы убираем все. А, так, ребята, какие-то я уже вижу там сидят. Давайте я, наверное, магнум отдам этот. Тебе нужен магнум? Так, давайте отдать его. Так, все, я тебе магнум отдал, буду вот с этим бегать пока что. Но на магнуме сильный фонарик. Очень сильный, самый сильный, который здесь есть. Надо, кстати, дробовик взять. Здесь засада сейчас будет. Помнишь, да? Сейчас будет пиздец. Так, берем. Здесь сейчас мощный, новый, мощный, новомодный дробовичок будет. Двухствольный. Вот он, да-да-да, вот эта малышка лежит. Так, заряды. Так, выходим. Не, хотя нет, не выходи. Можно так их перебивать. Так, выстрел. Выстрел. Все, убили одного. Кто там еще? Я вижу, еще кто-то идет. Кто там?
Жук, а, все, там уж никого нету. Убраться бы из этого парка. Ну-ка, стой, дай-ка я ёбну. Вот по этой штуке. Все. Теперь у меня есть дробовик. Дробовик двустволка. Это, по-моему, самое мощное оружие, не считая... Фонарик приделай. Так, а у меня только хуёвый вот этот вот. Слабый фонарик. Ты думаешь, его стоит приделать? Ну, давай возьмем. Давай возьмем к этому дробовику тогда. Такому... Блять, вон еще один идет. А, это та каракасица ебаная. Блять, уйди от меня. Ты что, как выбежала? Ебанула, что ли? Все, ачивку дали, смотри. Триггер хэппи называется. Это убить 150 врагов с дробовика. Я же, мы же уже играли. Мы же убили какое-то количество. Теперь нам дали ачивку. Ну все. Заебца. Это кто такие? Это собаки? Какие-то кучи поноса. Сгнившего. На хэдкрабов похоже, кстати, из этого. Ну, у нас же есть, здесь Фридман есть. Вот хэдкраб. Еще один. У меня два заряда. Только что стоишь, ты в ладо, стреляй. Все. Стэн крут. Я еще, по-моему, кого-то слышал. Нет, это у меня воображение уже разыгралось очень сильно. Так, ну что, здесь кто-то есть? Блять, лиса, если... как в этой. А, ведьма из Блэр. Лиса ебаные начались. Мы сейчас таких человечков начнем находить. На деревьях висячих, сделанных из соломы или чего-нибудь. Не хочу кого-то считают. Сзади, Влад. И пизда это идет, большая. Сейчас ебнет он меня, Влад. Убивай его скорее, чего ты опять стоишь, я не понимаю. Ну, у тебя 2-3 заряда. Все. Че со здоровьем, нормально все. Игрушка вышла, ведьма из БР там. Так она же уже давно вышла. Так давно. Причем там, я знаю, есть на PlayStation даже первую часть. Какие-то ведьмы из... Там, по-моему, 3 тома на первую Соньку. Ну, морозим здесь задницу. Первые 3 части вышло на первую Соньку. Такие очень хуё... Блять, еще один идет. Ладно, ну стреляй, у меня 2 заряда, я не могу ничего сделать. Зато очень мощные. Все, видишь? Магнум и мощный дробовик вот что делают. 4 выстрела в сумме получается. Или 5. Так, подожди, где нам какую сторону сейчас лучше идти? А, здесь амуниция лежит. Больше похоже на ловушку. Патрон, это для тебя. Убраться бы из этого парка побыстрее. Там больше нет ничего. Парк это пиздец, да. Это неописуемо. Но мы наконец сможем подышать свежим воздухом. А не находиться в тех ёбных канализациях. С монстрами. Кажется, эта стена не очень прочная. А, да-да, стена. Ну, ты знаешь, лучше с монстрами на свежем воздухе, чем с монстрами в канализации. Там помимо запаха кала, еще и монстры. Так, давай разбиваем это. Так, мы разбили? Так, беру шотган, все, да. Ура, ура, заебись. Меня напрягает, когда вот так тихо все. Ты заходишь, и полная тишина. И ты прям чувствуешь, что на тебя сейчас что-то нападет. Грибы вон, смотри, растут на дереве. Можно срезать их и скушать. Вкусные, наверное, грибы, если не отравленные, конечно. Хуй знает, я не грибник, я этого... А, я помню, здесь нужно сейчас будет грену кинуть. Здесь сейчас очень опасное место такое будет, хуевое. Давай, бери статуэтку тогда эту. Фигурка, да. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Да-да-да, я кидаю. Я кинул грену, блять! Ну! Все. Всех вообще убило. Вообще во всей комнате эта грена убивает. Без вариантов вообще. Как нам подлечить? Вообще это не комната, а парк. Так, ну-ка. Вот это я взял все. У нас 4 их. Да, у нас теперь все, можно идти туда дальше. 4 стоятки у нас есть. Здесь пусто. Угу. Ну все. Все тогда, хули. Пошли назад. Нас здесь, по-моему, сейчас еще опять будут ждать ребята всякие. Ребят, вы здесь? Нет, ребят нету. Они ждут нас в других местах. Сейчас выскочит, мне кажется. Нет. Смотри. Они выскочили, блять! Заходи в дверь скорее! В ёбаную дверь! Все, ушли. Я открыл эту дверь. С ними нет смысла сражаться. Можно просто уйти, мы все равно сюда больше... А, вон, это мы в начало пришли. Там, где у нас Кенни, помнишь, бегал? Что это такое? Mm-hmm. Аптечка. Сейчас мы отсюда и... Так, это мы убираем. Ну, пошли. А, вон еще амуниция. Как щедро, охуеть. Так, давай еще. Для дробовика, кстати. Еще баночки, баночки-скляночки. Бутылочки. Вон, хуило идет. Вот, хуило сзади, и сзади один хуило. Скорее убиваю. Все, убили. Этого стреляй, перезаряюсь. Стреляй мне скорее, и перезаряюсь. Что ты делал? Все. Так, мы все взяли, да? А нахуя нам сейчас в подвал-то идти?
Я что-то не помню. У нас есть статуэтки. А, в лабораторию Фридмана. А, вон еще под... Ух ты, сколько амуниции, это нихуя. Так, для пистолета. Мне показалось, это патроны лежат, вот это вот все. А, это какая-то дверь, что ли? Подожди. А, это была всегда дверь, серьезно? Мне казалось, здесь шкаф какой-то. В механизме чего-то нет? А чего в нем нету? А что нам делать, в смысле? Механизм что-то? Должен быть какой-нибудь механизм, на который надо нажать. А, или он на улице валялся, этот механизм. Пошли, назад сходим тогда. Скорее всего, на улице где-то он должен быть. А если его нет на улице, тогда что? Что же мы, блядь, будем делать? А, вот, да-да-да, вот он. Что это такое? Это механизм, это рычаг, ну все. А мы там точно все взяли? Да, это нет, я эту дверь даже нажимать не буду. Надо назад идти уже. Все, пошли, механизм. Надо было сразу сюда сходить. А в начале рычага не было, ну тоже там валялось? Или... Нет, его там не было. Здесь вообще ничего не было, ни амуниции, ничего. Только оружие вот здесь лежало на бочке. Это оно сейчас появилось. Нам его кто-то подложил, этот механизм. Какой-то закладчик. Кладмен пришел, заложил. Работало! Все, заходим, если сработало. Это найс, это 10 из 10. Так, это мы где? А вот еще патрон! Да ладно, вы что? Для дробовика, блядь. Лезь скорее, он меня убьет сейчас. Все, нормально. Так, заебали этого шмеля ебаного. Так, а может быть, слушай, а может быть здесь, кстати, сделаем паузу, скушаем и твикс, надо засейвиться. Я помню, там будет печка. Кто там, печка будет? Сейчас. Так, сейвимся. Идет сохранение, все, успешно данные сохранены. Короче, мы здесь сделаем паузу. А, это был Обскури, дошли мы до лаборатории. У нас впереди уже финальная серия. Мы будем там биться с финальными боссами, вставлять статуэтки и вот эти вот все оставшиеся наши дела. Ставьте лук, Андрей, подписывайтесь на Влада, вступайте в группу, подписывайтесь на Твиттер. Хорошего вам, друзья, дня и до новых частей.